Всем привет, дорогие друзья, с вами Шир. Очень долго загружалось у меня всякие возможные файлы этой игрушки. Ну, думаю, это будет достойное ожидание, которое сейчас на данный момент я произвел. Давайте посмотрим, что это такое. Тут все спят. Коснитесь, чтобы атаковать. Прикольный график, мне уже нравится. Уже что-то хорошо. Тут идти, чтобы коснись любого места. И давайте отсюда. Ух ты, разлетелось как все. Со способностями какими-то. Круши, верти. Кстати, это лучше как его? Игра, чтобы крушить города. Потому что я не знаю, что это такое. Сюда, нас ноги. Потому что вы видели бы симуляторы. Ух ты, этого надо это. Нас с ручником. Так, давай-ка. Вот. Все, нету. Потому что крушить вот очень стрёмно. А, вот, можно так самому даже менять, представляешь? У-ху. Вот эти 3D разрушения, это вообще ужас. Ну, то есть ты от третьего лица, там такая билиберда. Здесь мультяшная графика, какие-то прикольные действия выполняешь. Восполняй здоровье. Ты слышишь? Серегайся, пушка. А что восполняй здоровье? Что восполняй здоровье? А, бургерный. Хлоп, и все. Вот. Не, мы сейчас так шабанем. Так, узкий падает в одном месте. Так, все, что это такое? Ух ты, смотри-ка. Ух ты, отлетели как. Убегай. Мы убегаем против... Видишь, как он стреляет? Не, я просто говорю то, что... Мы убегаем, убегали от жителей этого города. Представляете, на тебя такой... Годзилла, ладно, дракон. Просто подходит неимоверным, ебическим просто высотой. И ты с рогатком бежишь на него. Это штаб твой. И отправить монстров в дальние города. Я буду также держать тебя в курсе всяких событий. Привет, я Ева. О, Ева. Мультик, да, у нас? Так, что у нас впереди на карте? То есть мы так-то будем выполнять миссии, бегать, разрушать. Я так понял. Ох ты, третий. Давай. А, ну на второй сейчас. Получили мы. Это уже город готов. Коснись, чтобы собрать монеты. И мы типа сейчас поправлять, почаще собирать монеты. Теперь этот город, ну и все. Используем 10 типа вот этих мини-жизней. Эти 10 мини-жизней. Разрешаю тебе сказать, что заполнить комбо-шкалу. Топчи, не останавливаясь. Топчун. Ладно. Я понял, что у нас. Что у нас все зависло. Город номер 2. Я думаю, что так сильно немного загружается игра. Так, у нас, да, маленько чуть зависло, но мы исправили ситуацию и сейчас попытаемся опять бежать. Опять бежать, опять рвать города. Ух, разлетелось-то все, смотрите как. Комбо-удары. Так, нам нужно больше городов разлететь. Лазером. По-любому, у каждого монстра есть свои способности. Это 100%. Так, даже если говорить. Так, нам нужно что сейчас? Ну, вообще, просто можно бежать, валить города. Кстати, вот эти маленькие города, они не считаются. Видишь, в чем суть?
Жо, давай, ковались, маленькая или большая. Так, все, давай-ка так разрушим. Если разрушаются одни, то падают рядом и другие. Нам нужно всего 60 городов затолпать. Вот, давай-ка бом. О! Так, ну, в принципе, прошли. А, ну все, даже не наткнулись на военных, мы сразу прошли. 70 из 40 это как раз ежедневные наградки, которые можно выполнять. Трехдневные, давайте. Хьюго, действие некоторых умений можно отменить повторным касанием. Понятно? Умение еще. А, мы нашли еще одного монстра. Фрэнки Колбус. Один из новых и сильных монстров. Хорошо. Молодцы, нашли. Ежедневные наградки. Полтинчик, ура. Так, что нам нужно теперь? Так, что нам нужно? Так, мы кидаем 10. А, мы пока что просто выполняем, а потом можем менять монстров. Или нет, или сейчас уже поменяем. А, или мы сейчас его одолеем, а потом, типа, поменяем. А, не-не-не, мы не играем, все, понял. Ох ты, блядь. Хача. Хача. 7 секунд вообще длится. Ты что, а? Чудю нахуй с одного удара. Бух. Видишь, разным монстром начинаем играть. То есть у всех разные. У всех разные умения. Что-то умение дракончика мне больше понравилось. Или Годзилла, я не знаю как. Как лучше. А, вот он быстрее прям. Скорость атаки у него увеличивается с одного удара. Shut up. Shut up. Shut up. Shut up. Shut up. А, я так понял. Одно здание берешь, рядом они вон уходят. Фух, вообще тут рядом даже здания улетели. Так, вы слышь? Не. Не, нужно 3 электростанции хит. Собирай батареи. Окей. Окейшка, нам пожрать. Вот эти тухма. Смотри-ка. Блин, так что рядом, что ли, они были или нет? А, давай, усилься. Хлоп. Так, пожрем. О, у нас чувак какой-то. Бум. Чуть не голыми руками поперся. Ну, дебил. Так, вторую энергию взяли. Вот нам только энергия нужна. Так что давайте сейчас топнем здесь. Шух. Ох ты, вот мы топнули нормально. Я понимаю. Топнули, так топнули. И-и-и. Вышка-то сколько? Ну, специально для меня наставили. Братух, ты чё? Улетел в здание как. А, он даже в 3 здания улетел. А, это рядом просто начали фигариться. Так, ребят, я топну. Погнали, скорость атаки увеличить. Нифига я пролетел. Ну все. Туш, танцуй прям. Ну, лучше не злить, конечно, его. Слишком жесткий он. Испытание чемпиона монстра. Все, мы прошли. Мы это прошли. Мы это сделали, ребят. Фрэнки делает его неуязвимым. Давайте разбудим нового Сапума с помощью зарядной батареи, которую мы собрали. Ну, давай попробуем. Что это такое? Холоп. Тут речка, пещера монстров. Ну что, будем зажигать? Теперь ты можешь активировать у монстра силы огня. Иди в следующий город, чтобы проверить их в деле. Силы огня. О, у нас 2 монстра. Ладно, ребят, здесь открываете монстры, скрываете способности. Ебошьте города. Прикольная игрушка. Если вам понравилось, я оставлю ссылочку в описании. На этом все. С вами был Шевидео. До новых встреч.